Всем салют из солнечной Доминиканы. Наконец-то, девчонки и мальчишки, я нашла в Доминикане мох. Это, конечно, не сфагнум мох, и я давно ему уже нашла замену в качестве кокоса, но все равно, как нормальный орхидеевод, я должна была его иметь. Качество, конечно, не очень. Это не то, что у нас мягкий да пушистый. Он такой более короткий и жестковатый. Может, конечно, его пересушили, но все-таки видно, есть зелененькие побеги. В общем, куда-то, где-то его впихнуть можно. Я, конечно, поэкспериментирую на некоторых. Если мне понравится, я буду покупать дальше. Тем более, место я уже знаю, где его покупать. Где его собирали, я не знаю. Но, скорее всего, где-то в местной сельве, в местных джунглях. Поэтому видно вот здесь остатки листьев, палки, какие-то там куски земли даже. В общем, что-то с чем-то, но лучше, чем ничего. Для того, чтобы попробовать, вполне можно это сделать. Тем более, учитывая, что он стоит вот такой приличный пакетик, ровно доллар. Поэтому я абсолютно ничего не теряю. Надеюсь, конечно, орхидеи я не потеряю, когда я буду использовать этот мох. Но все-таки мы любим экспериментировать. Я все-таки на это решусь и посмотрю, подойдет ли доминиканский мох моим доминиканским орхидейкам. На этом все. Оставляйте ваши комментарии, советы. До новых встреч. Пока-пока. Счастливо.